Здравствуйте, меня зовут Герасимова Елена Павловна. Я врач-ортодонт клиники Dental Fantasy. Моя основная задача – это помогать детям расти здоровыми и красивыми, а взрослым – создавать красивые улыбки и сохранять здоровье. В своей практике я использую различные виды современных аппаратов и методик. Лечу с применением брекет-системы и элайнеров. Важнейшим из аспектов своего дела считаю тщательную и качественную диагностику. Это позволяет наиболее точно выявить суть проблемы и подобрать наиболее подходящий вариант лечения. Или понять, что лечение на данный момент не требуется вовсе. В каком случае ко мне стоит обратиться? Если у вашего ребенка скученность, неправильное положение зубов, вам не нравится улыбка, беспокоит повышенная стираемость зубов, я могу вам помочь. Каждый ребенок во время начала смены молочных зубов на постоянные, а именно в возрасте 5-7 лет, нуждается в консультации ортодонта, чтобы своевременно выявить важные патологии и не допустить наиболее затратного лечения в будущем. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Жду вас у себя на приеме в Dental Fantasy.